А теперь к обновленным данным по коронавирусу. Второй день. Цифры в целом по России, пусть и незначительно, но идут вверх. И сегодня некоторые эксперты говорят о новой волне пандемии, которая может начаться уже через 2 недели. За последние сутки очередной прирост по стране, почти 18 тысяч заболевших. Но надо отметить, что тех, кто выздоровел, почти на 8,5 тысяч больше. 745 пациентов так и не смогли побороть вирус. В Тюменской области скончались 13 человек. Еще 194 теста показали положительный результат. Выписаны с выздоровлением 66 пациентов. Это данные Федерального оперштаба.